В Анапе путевку в садик ждут чуть более 1500 детей в возрасте от 3 до 7 лет. За счет оптимизации площадей с начала года созданы 439 дополнительных мест. Еще 900 появятся во втором полугодии. Решается проблема и за счет строительства новых и реконструкции существующих зданий. Так, вместо аварийного здания детского сада номер 2 «Орленок» построят новое на 80 мест. Мы сохраняем помещение детского сада, да? Жители очень беспокоят анапчан. Не дай бог, вдруг на этом месте будет что-то другое. И, наверное, мы еще раз сами для себя или анапчан скажем, что на этом месте будет хороший, новый хороший детский сад, который не будет подвержен каким-то опасным ситуациям. Дети будут туда ходить надежно. И плюс мы работаем сейчас над медицинским сопровождением. Ежегодно на курорт приезжают на постоянное место жительства семьи с детьми. И рождаемость в Анапе на высоком уровне. Наша задача, конечно, сегодня, если говорить о тематике совещания, да, то значит обеспечить всех приехавших, всех родившихся уже детскими местами в дошкольных учреждениях. Я надеюсь, что мы эту задачу выполним. Задача непростая – ликвидировать 1500-ую очередь к началу 2016 года, но выполнимая, если на вооружение взять все формы устройства малышей, привлекать средства инвесторов, открывать группы дневного пребывания, реконструировать уже существующие сады и с умом использовать такое дефицитное детское пространство.